У меня первый учитель был, также, когда я кончил училище и пошел на арсенале, так у меня первый учитель был. Так он мне так говорил, и дурак с инструментом сделал, это ты без инструмента сделал. Ну да. Я говорю, как, ну я тебе буду показывать и рассказывать. Спасибо. Интересно было в той жизни. В той жизни, да? Да, в той жизни, вы знаете, это та была та жизнь. Прошлая. Да. Сейчас только ругают эту жизнь, ту, как начнешь. Ой. Не, ну с одной стороны хорошо, но не то, что как мы жили хорошо, а просто молодыми были. Ну да, и молодыми, и вы знаете, у нас не было как-то стрессов, каких-то забот, каких-то вот сейчас, да? Сверло пятерочку, да? Да. Оно немножко разобьет был свободный. А, тогда свободняк будет. Поять надо. Тогда свободняк. Может что-то есть 4,8 где-то такое, 4,7 тоненькое будет. Пошел на работу, отработал, пошел, 4 часа уже смену кончил и пошел домой. Никаких тебе забот не было вообще. Куда-то бежать, что-то делать. Зарплата 5 и 20. Деньги надо. Пошел, вагоны разгрузил. Вагоны разгружали даже? Да. Нифига себе. А я тут все время, я ж жил на Городнянской. А. Она же ж, этот самый, холодильник же ж. Знаем. Ну, я на холодильник. Четвертый холодильник. Да, я там разгружал мясо. Ну, мясо, колбаса, мороженое с вагонов. Они самые лучше платили. Мы раз как-то пошли разгружать щебень. Два раза было хорошо. А один раз он пришел замерзший. Вот, да, люки не открылись, два, как мы там, да. Было нам хорошо и весело. Раз хорошо, раз нехорошо, да. раз не приходится. Ну, конечно, так я вот это вот на холодильнике ходили, пошли, разгрузили. Ну, правда, работали 12 часов. Сколько мы решили? 16? Да, 16. 8,8, чтобы на расставке осторожности по сторонам. 16-15. Хватит и 17, хватит. И 7 миллиметров тоже нормально. Пятерка, конечно, мало, а вот семерочка. Семерочка будет просто лялечка. Семерочка. Так, сейчас. Да. Ключик. Так. Не, я так. Увидел свой родной отрадный. Да. Сколько мы здесь бегали? Босиковали? Ну, может, мы с вами где-то пересекались? Может. А возле кинотеатра отрадный. Да, я там часто был. У меня там родственники жили. Ага. Возле кинотеатра отрадный. Так, ну давайте. Потому что там все же собирались. Вот. Сломанная. Слева собирались и справа собирались. Сейчас мы попробуем. Да. О, надо же. Что? Вошла, даже свободно. Я ж меньше взял немножко. Сейчас другую сделаем поплотнее. Вот. Ну, след Отрадного, это любимое место наше было. Ну, еще ж парк. Игрушки наши. Игрушки. Ну, сад. Цыковский. Вы же застали, как Цыковский ищешь? Да, были сады. Ну да, это ж было. Босиковали тут. Боже, и вишня была. Я помню, черешню, как мы там грабили. Вишня была, чего только не было. Да. Груши были, вишня. Орехи были. Да все было ж. А у нас во дворе был парень, он охранял, ну, летом. Там же охранник у меня бегал. Да, там охранник на лошадях бегали. Охранник. Ну да, так он помню. Там был в охране. Так он нам говорил, куда, с какой стороны заходить.
на танцы ходили в Пушкинский парк, в Комсомольский. Нет, я танцульками не занимался. Ну, мы же ходили, не ради танцев, ради девчонок. Познакомиться, увидеть. Молодняк. Ну, в основном, конечно, здесь, возле Отрадного, кинотеатр Отрадный. Кинотеатр Будивельный. Вот здесь все бегали. Здесь как-то у вас тут... А, ну у меня два товарища работало на радиозаводе. Один на сборке сидел, а другой был токарем. Вот. Так я тоже тут. Встречались там возле проходной. А сейчас надо бегать, рысачить, где-то работу доставать, какую-то работу, где-то куда-то. Потому что на пенсию не вытащишь. Я бы так херня как бы занимался. Пошел бы докупил бы и все. А так как. Мы посмотрим, что у нас получилось. Пуро-пуро-пуро. Да, ну... Смотрите, как оно. Плотно? Значит, здесь оно немножко вошло, здесь разбило, а дальше забивать я не знаю, не уверен. Что если мы забьем, а мы... что мы его не испортим. Да нет, мы... а есть напильник? Да, есть напильник. Как-как-как, пока не надо. Нет, пока не надо. Я просто смогу немножко, знаете, снять. А, снять, чтобы вот так, оно, да. Чтобы зашло. Да, 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 да. А, да, тогда оно вот. Зайдет. Или наждаком, знаете, немножко. Да. Вот, взял наждаком, зачистил на посадочное место, да и все. Да, мы ее сейчас обрежем. Обрежем, обрежем. Обрежем мы ее. Так, 16 миллиметров. 16 миллиметров. Так, 16, да? Да. 16. Да. Чуть-чуть меньше, все-таки здоровая будет. Меньше, да? Да. Вот так? Да, резче. А, там же еще... Припаять надо как-то с чем-то. Ну там же еще. А еще ж надо будет эту самую мы не сделали. Забыли. А, сейчас сделаем и выйму и сделаю. Да, выемочку эту ж. Да. По центру. Или сейчас могу. Да, лучше сейчас. Сейчас сразу. Сейчас я намечу. А сейчас возьму тоненький резечек надо же взять. Я туда вставил, припаял все это. Тоненький, тоненький. Вот такой. Так, этот мы вынимаем. Вот это мы установим. Чик. Чик-чирик. Сделаем маленькую канавочку. Да. Значит, посерединке? Да, посерединке. Они же войдут, я посерединке туда их ставлю и припаяю. Посерединке у нас получается 15, а посерединке это будет сколько? 7,5. Блин, с математикой у вас, я смотрю. Не то, что у меня. Это от возраста. Так, хорошо, хорошо. Сейчас мы. Ну, где-то так, плюс-минус. Да, 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 ничего. Так, толщина у нас 8. Диаметр отверстия 5, чтобы оно насквозь не прошло. 8, 7. Вот мы сделали миллиметр, смотрите. Отлично. Пойдет? Отлично. Точно? Да,
Ваш. Самое главное, чтобы они туда вошли и не попадали. А там мы им уже не дадим. Хорошо. Так, это снимаем. Вот это вот. Как и было, сделаем. Так, зажимом-то. Зажимом-то. Так, немножко маслица. Масленочка классная. Сейчас порценем и сделаем фасочку. Если хотите, мы ее расфилим, сделаем больше. Я не знаю, забьете вы ее туда или нет. Бог его знает. Сколько она сейчас внутренняя? 4, сверлышко 4. Ой, там 5, 4 и 8 было. Ну, штангелечком мы так не проверим. Но можно калибром попробовать. А где мне этот самый штангелек? Штангелек вот он. Ну, давайте я посмотрю. Давайте. Сейчас мы там фаску снимем. Я всю жизнь забываю фаски снимать. И на заводе работал не всегда. А такая Маша у нас была. Шерсть. Кажется, не надо ничего. Сейчас. Что-то... Кажется, не надо ничего. Вы знаете? Нормальненько? Да. Я аккуратно запрессую с под маслом. Ну, сейчас фасочки снимем, давайте. Да, пожалуйста. Тут я же все-таки только сумасшедшие разряды. Как-то. Все у вас нормально. Дай бог. Я же не какой-нибудь там халтурчик. Не понять. Все у вас хорошо. Что вы... Молодцы, что вы делом занимаетесь. Чик. Чик-чирик. Еще раз чик. Ваниманту. Привет, друзья. Такая тема. Были проблемы с этим самым, с монетизацией, где эти штучки. Вот они. Значит, думал, придется зарабатывать на пожитье токарочкой. И дал объявление в OLX. Но, слава богу, все наладилось. Все наладилось. Монетизация работает. А объявление забыл удалить с OLX. Вот и первый клиент пришел. И не последний. Не последний, да. Не, ну если удалю объявление, то последний. Значит, сделали такую втулочку. Видите, какая беда. Сломалась. Вертушка от миксера. Это их не болезнь. Все. Ну я видел такие на барахолочке. Mm-hmm. Да. Значит, то сюда надо ее припаять. Ну я бы ее припаял бы заодно. Если сильно хотите. Ну а если есть возможность такая, то пожалуйста. Я буду только благодарен. Ну, вот эта штучка снимается, чтобы ее не перегреть, да? Да, она снимается. Потому что там шлицевая. Перегреть, то будет хана. Так, а вот с этим, что в пазе попало? Да. Что в пазе попало? Сейчас попробуем насадим. Понял. Она уже зашла хорошо. Уже зашла. Да. Чуть-чуть. Кажется, уже все. Присунулось. Надо ж. Дырка на 0,2. Меньше и присунулось.
все готово. Отлично. Отлично. Так, вот это вот мы прихватим, правильно? Можно, легко. А то оно от нагрева разойдется, мы же не знаем, как оно себя поведет. Может поведет, а может не поведет. Я этим тоже занимаюсь. Сам себе за городом у нас домик такой деревянный еще. С тех времен достался. Как бы. Так я сам провел всю воду. Везде разводку сделал. А и друзьям помогал по этому поводу. Делал. Понятно, понятно. Ну, мне нравится, я говорю еще раз. Получится, не получится, как вы думаете? Так вот эту штучку снять бы. Получится. Да, ложите. Они снимаются же. Они взаимозаменяемые. Так, сейчас мы это делаем быстренько. Чуть-чуть. Так, что-то не упало. Бывает. Я дал одному мастеру вот это все сделать. Так он мне, ну короче, мне бы попортил больше ничего. Сделать что? Ну, он говорит, я тебе сваркой. А, сваркой? Да, сваркой заварил все. Потом сказал, что я не буду делать, потому что эти погорят втулки. Говорит, да втулки снимаются. Вот. Ну, понятно. Короче, оно уже тоже что-то у меня снялось. Вот. А оно все снимается, эти же заменимые. Так, я думаю, как-то вот так его надо закрепить вот в таком положении. Шо, кисочки взять? Может быть. Да. Вот так. Ну, честно говоря, я не сильно большой спец. По да пайке. Я тоже, но я, вы знаете, я вот первый раз, когда делаю, мне может это не получиться. Я такой дурноватый, что я и третий раз буду делать. Ну, вы уже один раз делали, вы говорите. Да. Ну, так не исключено, что еще раз придется нам делать, или... Или, может быть, раз закроем монитор, потому что оно брызнет, и все, хана. Ху-ху-ху. Так, где у нас чего? Вот это у нас бура. Так, ну что, попробовать серебряный. Медно-серебряный. А где он? Ну, где он? Вот он. Вот он. Что-то получается. Сейчас развернем. Что-то получается. Ай, ё-моё, она же горячая. Горячая уже, да? Да. Так, здесь почти. Кажись,
кажись, с нас все. Да. Не верится? Не верится? Чего? Вообще-то я мастер по дырочкам. Я по этим делам, по пайке не сильно большой спец. Не, ну получилось и получилось. Получилось. Может быть, еще здесь немножко. Вот эту вот. Теперь кажись все. Так, смотрим, смотрим. Так, смотрим. Не очень красиво, но очень надежно. Да, это зачистится еще. Я еще напильничек возьму, да. Зачищу все это. Да и будет все ляля. Вообще будет. А ну. Еще полирнуть, если так вообще красота будет. Ну, попробуем. Даже лучше, чем та, которая моя. Мона? Да, забирайте. Отлично. Это все зачистится. Понятно, да. Вот. Так можно и запаяем тогда эту уже. А тут что паять? То же самое. То же самое. Не знаю, не знаю. А, вот это. Вот это. Вот это, вот это. Это я все на пильником сяду, наждаком. Вот. Потрачу какое-то время на это дело. Но сделаю. Но дело в том, что не знаю, как оно получится. Тут же. Ну, там есть контулка эта. А, в принципе, то же самое, что и здесь. Вы сделали здесь так же самое. И так, зараза. Вот видите, до чего страсти доходили когда-то. Правда, у меня тогда еще станочка не было. Я просил соседа мне вытащить. Да, втулки эти вы делаете. Уже пластмассовые, да. Стоят. Да, пластмассовые. Мне вытащили такие латунные. Я припаял обычным припоем. Я тогда еще технологию медью не освоил. Нет, это от России. Да, это от России, да. Я думал, вы принесете такие, типа как у России, а там же думал, принесете одно, а там же нужно в определенном месте, чтобы эти лопасти стояли, потому что они цепляться будут. Ну да, да, да. Так я вытащил из загашников, смотрел, как оно. Ну вот смотрите, все хорошо, эту-то мы исправили. То отлично. А эту мы можем поломать. Нет, мы ее не поломаем. Вы знаете, как у великих мастеров, таких как я. Так. Бывает всякое. Всякое бывает. Да, ну, бывает, ну. Просто я себя немножко похвалил. А похвалишь, я обычно перехвалишь. Все нормально. Во всяком случае, руки у вас растут. Это очень важно. На сегодняшний день. Ну, если не я, то кто-то меня перехвалит обязательно. Говорят, вы же такой мастер, у вас должно получиться. Бах, трах. И люстру спалил.
запись. Да вообще фантастика. Никогда не думал. Все. Что я умею так хорошо делать. Открываю свою мастерскую. Все. Объявление. Поверьте, что вы ничего не проиграете. Свои лыксы не убираю. Еще напишу ремонт миксеров. Не, горячая, нехай остынет еще немножко. Это как... вообще такая красота. Это... Ай да я. У меня знакомые взяли, выбросили, купили пылесос. Ай да молодец. Короче, забили его бедного. Вот, стружкой. И он перестал работать. Понятно, да. Вот. Они говорят, мы выпустим. Я говорю, ну давайте мне его. Я говорю, мы что-то с ним сделаем. Вынимаю оттуда двигатель. Вот. А у меня товарищ. А там подшипники аж полетели. Он посмотрел, говорит, давайте дам лучше другой двигатель. Он недорогой. Вот. Ну, короче, взял такой же самый двигатель, поставили, лопасти развернули там немного. Работает аж гай шумыть. Да, вот так. Вот. А то уже 2500, боже мой, где мы их возьмем, что делать? Да не спешите. Да. О, горячее еще. Да, конечно, горячее. Так, водичка мы промыли. Да вообще офигенно. Ювелирная работа. Не нарадуюсь. А вот вам ювелиром пойти. Вот я думаю, не пойти ли мне ювелиром. Вот так. Ну, как-то так. Все. Как-то так. С нас все. Спасибо большое. Да ерунда, мелочи же. Сколько я вам обязан? Ой, да сколько скажете, столько. Не-не-не, ну давай. Вы мой первый клиент. Так что, видите, как скажете, так и будет. Я не правопивца. Все. Вот так, да? Да, фух, вот так. Нифига себе. Да перестаньте. А что? Так много. Хорошо. Перестаньте, вам... там это немного. И это... вам не хворать, да. Да нет, спасибо вам большое. И вам спасибо. Очень приятно было даже с вами пообщаться. Окей. Будут деньги, приходите. Обязательно, поверьте. У меня ваш телефон уже записан. Так что бывают такие случаи, что ну, деваться некуда. Угу. Вот. Спасибо. Хорошо, да, ерунда. Это у меня такая же самая квартира была направлена.